За прошедшие дни зарегистрировано 18 выездов. Выезда были на загорание травы и загорание мусора. В том числе данные выезда попали 2 пожара. Пожары произошли на пилораме в деревне Пеганово и в частной квартире города Великий Устюг. Еще раз напоминаем, что с 20 апреля по 20 мая на территории Вологодской области введен особый противопожарный режим, в котором запрещается любое сжигание сухой травы, травянистой растительности, сжигание мусора, а также разведение костров, в том числе на придомовых и приусадебных участках. Во время особого противопожарного режима запрещены любые сжигания мусора, сухой травянистой растительности и разведение костров, за что предусмотрена административная ответственность на граждан от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч и на юридических лиц от 400 до 500 тысяч.